Это не трайбализм, а вранье. И плевать на доказательства, вы все подстроили. Надира Нарматова считает, что ее попытка устроить родственницу на работу через министра неверно интерпретирована. А еще она считает, что демократия – это просто дежурное слово. Наверное, дама не в курсе, что это такое и как этим пользоваться. Ну а прокуроры молодцы. Дело Мадумарова передано в суд, а он до сих пор не в курсе, в чем его обвиняют. Об этом и многом другом смотрите в сегодняшнем выпуске «Не новостей». Всем добрый вечер, друзья! С вами Олеся Цурикова, и давайте уже узнавать интересное. Ну что, погогочим немножко. Депутат Надира Нарматова, уже не весело, но я продолжу, попросила министра здравоохранения устроить свою родственницу на работу в Нацентр кардиологии Мирохимова. Ничего себе, правда? Это в стране, где нет кумовства, да быть такого не может, но может. Диалог нардепа и чиновника произошел накануне в парламенте, в зале ожидания. Бишеналиев пообещал Надире Нарматовой устроить ее родственницу в общую хирургию кардиологического центра и сказал, что та может подойти к директору даже без резюме. И миссия уже почти была выполнена. Одно огорчает: протеже не взяла трубку, а разговор спалили журналисты. Да-да, плачут, а потом их не по профессиональным заслугам, а за крокодиловы слезы берут на работу. Отсюда и товарищи, которые вместо помощи больному вместе с ним гуглят его симптомы. Прокуроры, которые вместо ведения дел пишут очерки весьма спорного свойства. Судьи, которые принимают решения под копирку, исполняя указы сверху, и так далее. Накануне ни чиновник, ни депутатка ситуацию внятно не прокомментировали. К полуночи наша дива Нарматова все же дала комментарий в своем фейсбуке. Все ложь, трындеж и провокация. Мы заметили журналистов и начали шутить. Неужели сейчас такое время, что ты даже побеседовать ни с кем не можешь? Любое слово искажают и перевирают. О приеме на работу речи не шло. Я знаю, что финансируемые Западом НПО и средства массовой информации следят за мной, искажают каждое мое слово. Все ложь и клевета. Ну, а как же видеодоказательства? Да плевать на них, ведь это сказала сама Нарматова, а ей доверять можно, потому что она ведь самая честная там, в этом парламенте, и закон об иноагентах продвигает, но об этом позже. Глава Минздрава тоже попытался все отрицать, мол, такого разговора не было и в помине, но пришлось к утру тапочки все же переобувать на лету. Оказывается, у нас в сфере медицины кадровый голод, поэтому все произошедшее накануне не трайбализм, а помощь ведомству. Многие молодые специалисты обращаются, и я направляю их к главврачам и директорам медицинских учреждений. У нас действительно есть проблема с нехваткой персонала. Когда поступают такие обращения, они передаются руководителям, и дальнейшие решения принимаются ими. В разговоре не было ничего, кроме этого. А, вот оно как! А с каких это пор у нас молодые специалисты через министра на работу устраиваются? Если и впрямь голод кадровый, то что бы, например, свое резюме не отправить напрямую в центр, чтобы отдел кадров оценил специалиста? Ах, зачем все эти трудности, когда можно положиться на звоночек министра куда надо? Это лучше любого резюме. И да, кадровый голод, по словам самого же Алмкадыра Бишеналиева, у нас в регионах. Поэтому сегодняшнее объяснение настолько же бредово звучит, как сопровождение машин скорой к месту ликвидации Камчи-Кюльбаева. Но довольствоваться придется именно этим. В самом ведомстве тоже прокомментировали произошедшее. Информацию о недостатке специалистов подтвердили. Ну а куда деваться?
В системе здравоохранения действительно есть нехватка медицинских кадров. Часто бывают обращения от молодых специалистов. В таких случаях их перенаправляют в организации здравоохранения для дальнейшего рассмотрения. По данным Минздрава, за прошлый год в различные организации здравоохранения на работу устроились 1771 врач, а уволились за то же время 1592 врача. Благодаря этому обеспеченность медучреждений докторами составила 87,5%. Хозяина рынка Мадина, бывшего депутата и предположительно члена ОПГ Камчи-Кюльбаева Турсунтая Салимова вместо СИЗО отправили в частную клинику Бикард. Об этом стало известно накануне после заседания в Первомайском райсуде. Задержали его в субботу ночью сотрудники ГКНБ по подозрению в участии в организованной преступной группе, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также в покушении на убийство. А сегодня Госкомитет объяснил, чем конкретно занимался Салимов. По версии спецслужб, он осуществлял так называемый «греф для заключенных колонии». Ну, в смысле, помогал зэкам финансово. Помимо этого, владелец рынка запугивал конкурентов связями с Кюльбаевым и порой отжимал бизнес. Тем временем по стране продолжаются задержания. Вот сегодня снова. На пересечении улиц Ибраимова-Баетова спецназ кого-то арестовал. Правда, кого именно, пока не сообщили. Напомню, по данным ГКНБ, после ликвидации Кюльбаева было задержано уже около 40 представителей криминального мира. А в Ошской области тем временем провели арест 7 членов ОПГ другого представителя криминалитета Кадырбека Досонова по прозвищу Дженга. По данным ГКНБ, один из них, помимо приверженности Дженга, относился и к группировке другого члена ОПГ – казака. Вот такие славные кадры от наших местных киноделов ГКНБ Продакшн. Возможно, будет продолжение. А пока я перехожу к другой теме. Тоже про контроль, но совсем другого порядка. Представители Минобраза будут ходить по домам и проверять, ходят дети в школу или нет. Так новый министр образования Долдуркюль Кендербаева намерена бороться с безответственными родителями и увеличить охват обучающихся детей. Никаких отговорок со стороны родителей быть не должно, поскольку правительство сняло все вопросы и возможные барьеры. Поэтому каждый ребенок должен ходить в учебное заведение, и родители должны это контролировать. Наша система жестко будет над этим работать. Сколько детей по республике сейчас не охвачены средним образованием, министр ответить затруднилась. Но говорит, все станет ясно после первого подворового обхода. А мне вот интересно, всегда ли причина отсутствия ребенка в школе его родители? Или, может, надо обойтись? Найти зорким глазом и всевозможные компьютерные клубы, и места иного досуга подростков. Отмечу, что в августе 2022 года органы местного самоуправления выявили 3345 необучающихся детей. Совместно с органами по поддержке семьи заставили вернуться в школу примерно 1200 ребятишек. Еще чуть больше 2000 так и остались неохвачены образованием. Среди распространенных для этого причин – болезни, религиозные взгляды родителей, сезонные сельхозработы и отсутствие документов. А теперь немного позитива и интерактива, но для начала новостюшка. Садыр Джапаров предложил кыргызстанцам самим дать название новому Белому дому, который строится на месте бывшей гостиницы Иссык-Куль. Но просит обязательно обосновать, почему вы хотите увековечить именно ваше название. Среди уже предложенных президенту вариантов – Ак-Ордо, Кут-Ордо, Айкёль-Ордо и Ынтымак-Ордо.
Я решил прислушаться к предложениям и мнению широкой общественности, так как это название останется навечно. Это будет история, поэтому буду ждать ваших предложений. Так что, господа, пишите в комментариях, как бы вы назвали это чудесное здание. Только не забудьте, что свой выбор нужно обосновать. Жду ваших предложений под этим видео. А теперь повеселились и хватит. Переходим к другим темам. Правозащитники просят Минюст представить свою позицию по законопроекту об НКО. Главе ведомства Аязу Баетову от имени представителей гражданского общества обратилась правовая клиника «Адилет». Напомню, что этот документ в профильном комитете ЖК одобрили в прошлый вторник, 3 октября. Юристы отмечают, что с принятием есть ряд проблем. Во-первых, Кабмин представил ряд замечаний по законопроекту, которые не были учтены депутатами. Во-вторых, законопроект, который требует затрат, обязан содержать информацию об источниках его финансирования. Но в этих бумагах они не прописаны. Ну и все причины уже озвучены много раз. Как то расплывчатость формулировок, несоответствие некоторым другим законам и прочее. В заключении Кабмина на законопроект об НКО указывался ряд замечаний и предложений, акцентирующих внимание на негативных последствиях, созвучных с мнением неправительственных организаций. Среди замечаний госорганов были следующие. Расплывчатость предлагаемых норм. Законодательством КР уже установлен запрет на осуществление деятельности, противоречащей уставным целям некоммерческой организации. Органы прокуратуры не осуществляют надзор за НКО. Противоречие с Гражданским кодексом КР. Контроль за деятельностью некоммерческих организаций, в том числе проверка финансовых отчетов, требует специфических и отраслевых познаний в сфере составления такой отчетности, которыми Министерство юстиции не обладает. В случае принятия предоставленного проекта на Министерство будет возложена несвойственная характеру его деятельности значительная нагрузка. Потребуется пересмотр его структуры, в том числе штатной численности. Предлагаемая диспозиция Уголовного кодекса КР носит расплывчатый характер, предоставляющий возможность широкой трактовки для субъектов, которые будут вправе применять предлагаемую статью. Однако при представлении законопроекта в ЖК служащие Минюста позицию Кабмина не отразили. Ну, по сути, переобулись в воздухе и дали положительное заключение, несмотря на отрицательные моменты. Поэтому правозащитники теперь просят Минюст уточнить, какой позиции они придерживаются. Но маразм крепчает и дальше. Сегодня на заседании все того же профильного комитета судьбой законопроекта поинтересовалась депутат Гуля Куджукулова. И вот в каком контексте. Специальный докладчик ООН призвал отозвать законопроект об НКО. Многие международные организации неоднократно обращались с этой же просьбой к депутатам и властям в целом. Что же думает Нарматова по этому поводу, вопрошает Куджукулова. А Нарматова, как всегда, в атаку. Это все Бузукулар виноваты. Опять свои демократии прикрываются. Фу какие! Вот вы все изучили, да, возражения, и правовая клиника «Адилет», и столько организаций, и включая вот последнее, специальный докладчик ООН призвал правительство Кыргызстана пересмотреть, отозвать данный законопроект, да, прям официально столько обращений, вот вы все изучили, я думаю, правильно? Да. Вы с какими-то либо из этих предложений, которые там вносились в эти предложения, согласились? Или все категорически отклонили? Ваше мнение. Жакши суроо бердиңиз Гуля Ахматкулумна. У нас более 29 тысяч НПО. С каждым днем число растет. 99,9% не касается законопроект. Никто не запрещает НКО работать. Только 30-40 организаций превращают эту инициативу в скандал. Мы из него не делаем скандала. Этот законопроект за 10 лет уже впитался в общество. Он необходим для безопасности государства. Их предложения не имеют отношения к нашему законопроекту. Они говорят, что демократические принципы нарушены. Такие дежурные слова говорят. У нас нет про это в нашем законопроекте. Как нет? А наказывать всех и вся – это что, убрали из документа? Что-то мне подсказывает, что нет, потому что одобряли его в комитете в первозданном виде. Даже муха не сидела, не то что инициаторы адекватно поработали. А я все же напомню, почему это так важно. Эксперты и юристы, именно с образованием высшим юридическим, отметили, что законопроект нарушает Конституцию Кыргызстана и международные договоры. Уголовное наказание за нарушение требований этого закона очень жесткое – до 10 лет лишения свободы. Для сравнения, столько же сидят за особо тяжкие преступления. А вот по предлагаемому законопроекту присесть сможет вообще кто угодно, потому что формулировки в законе размыты. Документ включает в себя не юридические понятия, а слова
нравственность и мораль, которые трактоваться могут как угодно. Ах да, про законность, которая у нас и так уже как угодно. Дело Мадумарова уже передали в суд, а адвокаты ни разу его не видели из-за наложенного грифа «секретно». Как вам такое? Мы подали ходатайство о вступлении в это дело для защиты Мадумаровой, чтобы нам выдали процессуальные документы, те, которые именно необходимы для работы адвоката. О том, чтобы говорить, чтобы нам выдали процессуальные документы, я даже не буду об этом говорить, нас даже не допустили к участию в этом деле. И у нас одна единственная отписка, вот такого вот примерно плана, вот такой вот текст, что во всех ходатайствах мы вам отказываем, потому что дело засекреченное, и более вы никакой информации не получите. Как мы можем тогда говорить, что у нас вообще Кыргызстан – это демократическое правовое государство? Да ничего удивительного, просто система правосудия по-нашему. Демократия у нас – это что-то дежурное, чем можно, простите, пятую точку подтереть. Законность из той же оперы. Те люди, которые должны чтить и соблюдать букву закона, плевать на него хотели с высокой колокольни. Вы думаете, это весь трындец? Ну что вы, прокуроры были бы не прокуроры, если бы не выжили степень идиотизма по максимуму. Дело настолько секретное, что не только адвокаты с ним не ознакомлены, но и сам обвиняемый. Чтоб юристам своим не рассказал, что ли? То есть он не в курсе, в чем его обвиняют. Такой вот суд-сюрприз. Мы, защита, к сегодняшнему моменту не знаем, какие доказательства виновности следствия привело в этом обвинительном акте и какие доказательства его невиновности также привело в этом акте. Они по закону обязаны это были это сделать. Все вы, наверное, знаете, что при передаче дела в суд передача обвинительного акта происходит в обязательном порядке. В данном случае его просто устранили от получения данного документа. Но как результат, дело находится в суде. В ближайшее время мы подадим заявление на ознакомление с материалами уголовного дела. Надеюсь, суд больше пойдет нам навстречу и все-таки выдаст или хотя бы составит нам досье, как того требует норма Уголовно-процессуального кодекса. Что ж, как-то так и живем. Обвиняемый не знает, в чем его обвиняют. Суды по другим проходят без их участия. А всем, кому не повезло, остается только надеяться. Вот такие сегодня не новости. За новостями, как и прежде, переходите в наш телеграм-канал Апрель ТВ и социальные сети. Всем добра, пока.